Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Сьогодні ми з вами завітаємо у світ душевної, ліричної музики. У нас у гостях соліст Миколаївської обласної філармонії Денис Місанчук. Денисе, вітаємо вас і дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, коли мова йде про красиву музику, про душевну музику, відразу якісь такі прямі асоціації з погодою, кінець лютого, кінець зими, попереду весна, попереду оновлення. А якщо говорити про вас особисто, що вас надихає в житті? Мене? Весна надихає. Що може надихати? Коли в житті встанеш зранку, да, і посмотриш в окошечко, і хорошо, птички поють, розпускаються почки на деревьях, і вже становиться як-то настроение по-весеннему. Творческий человек – это, знаете, такое особое состояние души. Вот как себя переформатируете для того, чтобы внутри птички пели и хотелось петь, хотелось вот этот заряд своего душевного тепла передать людям? Потому что песня не состоится вот в ином состоянии. Да, это точно. Ну как, настрой, прежде всего, настраиваешься на песню, прочувствуешь ее перед тем, как исполняешь, очень долго вынашиваешь произведение, а потом уже смотришь по зрителю, как он реагирует. Если ты его выносил, красиво преподнес, то значит, оно дошло до зрителя, и зритель понял и почувствовал. Кого в своей жизни вы считаете людьми, которые повлияли на ваше состояние и на формирование вас как певца, как личности? Сегодня, когда вы в процессе, ну, кого можно вспомнить, ваших учителей или просто хороших людей, которые поверили в вас? Вы знаете, у меня, я когда учился в школе, да, у меня была учительница украинского языка. Вот она меня как бы подтолкнула к этой стезе. Первая моя песня была в школе, это «Два колеры». Так, да. Классика. И, да, я ее исполнил в классе, это в четвертом классе, кажется, да, я ее исполнил. И с того момента, а еще раньше, я просто, ну как, начал петь в 3 года. То есть у меня был педагог. Это музыкальная школа была? Нет, это музработник был в детском садике. Да. И вот, когда один раз прослушивали детей, она увидела во мне задатки, способности, и, значит, отобрала меня из всех детей. И видите, не ошиблась. Да, вы видите, вот это очень важно, тонко, для того, чтобы человек сформировался, состоялся. Талант, конечно же, он есть, но если вот создаются определенные обстоятельства, которые помогают, и люди подходят к этому процессу, конечно же, формирование происходит быстрее и, может быть, как бы благополучнее. Если говорить о вашей семье, есть ли творческие, вот, певческие традиции? Ну, конечно, есть. У меня мама поет, правда, любительски. Отец у меня поет. И тесть поет у меня. Жена моя поет. Ну, как, так, за столом любительски. Но вы профессионал, да? Да, я выучился в нашем университете культуры, получил образование. Солист, вокалист. Как вы считаете, что формирует сегодняшнего современного вокалиста? Потому что мода все-таки расставляет свои акценты, диктует. Сегодня очень много шоу всяческих, которые направляют молодежь и заявляют какие-то модные тенденции. Но тем не менее существуют определенные классические стандарты, есть определенные требования к вокалу. Вы прошли, собственно говоря, школу вокалиста, потому что вы профессиональный вокалист, и вы живете в этом мире, вы формируете себя по-разному. Да, я еще воспитан на тех традициях, которые были раньше. То есть меня мама воспитывала, меня воспитывала школа, меня воспитывал университет культуры, меня воспитывал, я даже учился в Муздрамтеатре,
была такая студия, может, она и сейчас есть, Академия Пани Кулисы. Да, да, есть. И вот я самый первый курс заканчивал и вышел по специальности артист драмы. То есть мне в жизни много разных было учителей, и которые мне дали напутственную речь в жизнь и вывели меня, так сказать, в люди. А насколько сегодня вы критически относитесь к современному вокалу вообще, в принципе? Потому что, опять-таки, возвращаясь к нынешним современным тенденциям, они немного отходят от классических стандартов, они своеобразны, они иногда вообще в основе не составляют музыкальные какие-то вот такие самые главные требования, эмоции, какие-то, знаете, такие вот порывы, импульсивность. Это то, что формирует вот такое музыкальное веяние современное. Как вы к этому относитесь? Я позитивно отношусь, потому что каждое направление музыкальное, оно неплохо. Это неплохо, потому что не всем нравится, например, классика. Кому-то нравятся эстрадные произведения, кому-то рок. У каждого человека свой вкус, и нельзя осуждать людей за то, что им нравится та или иная культура. Ну, а если мы говорим именно о культуре, потому что сцена – это прежде всего заявка для зрителя, да? Что конечно, ты несешь зрителю. Конечно. И вот этот культурный момент, составляющий эстетический и иногда, потому что ваша манера, она немножко другая. А вот то, что заявляется современной молодежью и современными шоу, это правильно? Или, в принципе, музыка должна идти быть созвучной со временем? Ну, я считаю, что да, в принципе, должна быть созвучна, и мы как бы стараемся подстроить себя, свои аранжировки певческие, даже если мы исполняем, например, классические произведения и произведения 60-х, 70-х, 80-х, то есть мы стараемся их как бы усовершенствовать и преподнести, чтобы следовать за модой как бы. Вот так вот. У каждого она своя, да? У нас есть небольшое видео с вашего концерта, и сейчас я хочу предложить для наших зрителей посмотреть, послушать музыку. Давайте посмотрим.
друзі, сьогодні у нас у гостях соліст Миколаївської обласної філармонії Денис Місянчук. Ми говоримо про філософію музики сучасної, про пісню як таку і про її душевну складову, що дуже важливо в наш час. Денис, от ви працюєте з публікою. Да. Во время концерта это очень ярко получается. На кого орієнтуєтесь більше? Пісня у вас душевна. Прежде всего, женщины откликаются. Ну, как вам сказать, это по ситуации. Я смотрю по зрителю, я смотрю, как он реагирует в данный момент, и пытаюсь подстроиться под него уже, а зритель потом отдает мне свою энергетику. А вот как вы чувствуете вообще зал? Насколько сейчас люди открыты, вот, вы знаете, к этому энергообмену? Потому что времена сложные, времена такие жесткие у нас. Сегодня происходит, знаете, такое внутренняя трансформация у каждого человека. И песню мы любим. Южане открыты душевно, народ, правда. Но вот как вы чувствуете остроту времени во время своих концертов? Вы знаете, когда люди приходят на мои концерты, они расслабляются, отдыхают, они забывают о своих трудностях, они погружаются полностью, я пытаюсь их полностью погрузить в то творчество, которое я им хочу подарить. Это сложно. Это очень сложно, но у меня получается. И я рад Богу, спасибо, что Он мне дал такой талант, и я могу это сделать. Вот во время концерта, когда вы чувствуете, когда вот эта волна начинается, это по времени должно долго пройти для того, чтобы настроить людей, или все зависит от публики прежде всего? Потому что очень многие артисты говорят, что каждый раз, как в первый раз в воду входишь. Да, это правда, потому что каждая публика, она по-своему, понимаете, принимает артиста, и иногда бывает очень трудно раскачать публику, чтобы она раскрепостилась. А иногда сразу принимают люди по первой песне, и уже начинаются эмоции, настроение. Женская аудитория сразу срабатывает, да? Мужчины подключаются попозже. Да, в принципе, да. Но у меня песни больше рассчитаны на аудиторию уже возрастную. Хотя, вы знаете, вот мы работаем по школам, да, по разным колледжам, ездим с филармонией, даем концерты, и... Я смотрю, что детей это тоже интересует, это их затрагивает, им интересно это. Как вы это можете объяснить? Ну как, я смотрю по реакции зала. Нет, вот казалось бы, вот вы говорите, песни у вас, они отличные от современных вот таких вот рэповых, там, роковых каких-то композиций, однако дети срабатывают, да, потому что да. Душевности, видимо, очень много. Я не знаю, они может другие. Быть, и душевности, может быть, они так написаны правильно, понимаете, потому что раньше писались песни правильно, и они были у всех на слуху. Это правда. Может быть, в этом изюминка, а может быть, в исполнении человека. Я не знаю точно. Но если мы срабатывает, только догадываемся, значит, все правильно. Да. Да. Денис, насколько вам интересна групповая работа, работа в команде? Потому что солист – это одно амплуа, это по-своему интересно. Конечно. Но когда вы, знаете, в когорте талантливых людей на сцене, когда это объединяет, вот порыв этот сильнее идет. Вы знаете, очень интересно работать и в дуэтных формах, и в коллективных формах, в хоровых. Это, во-первых, дает организму какую-то закалку свою, понимаете, и мастерство. То есть ты учишься слушать партнера, ты учишься не быть солистом, а работать... прислушиваюсь в команде, да. И иногда это очень тяжело, потому что ты прислушиваешься, а другие люди не умеют этого. И получается какой-то дисбаланс. Поэтому работа в коллективе – это очень сложная работа. Но мне она нравится. Пробуйте такие вот формы, да? Да, да, я пробую. Формы разные. Сейчас мы работаем... дуэтная форма с Екатериной Черныш. Вот мы решили создать дуэт, который назвали «Звездный дуэт».
Звездный, такая да. затравка сразу на главное, звездный, да? Да. Звездный, да. Да, видели мы в Николаеве развешаны афиши, недавно к Дню всех влюбленных прошел концерт прекрасный, опять-таки душевная песня и благодарный зритель был. Но я хочу поговорить именно вот о моменте мастерства, угу. потому что когда два самодостаточных человека, вокалиста Екатерина Черныш, она заслуженный артист Украины и работник культуры, да, она уже состоявшийся вокалист, и у нее своя публика, и манера исполнения. Как долго вы срабатывались? Потому что у вас тоже своя составляющая. Вы знаете, недолго, потому что, как вам сказать, вот мы встретились с ней на концерте песни старого яхт-клуба. Проект наш, да. Николаевский, традиционный. Женя Долгов проводил это все мероприятие, и он пригласил меня, и я встретил Екатерину там. И она подошла ко мне и говорит: «Как ты смотришь на то, чтобы мы сделали несколько дуэтных произведений?» А я уже давно хотел сделать нечто такое, дуэт. Искал человека, который бы подходил ко мне по тембру тембрально, голоса. Конечно, да, же. Потому что не всегда, как бы ты ни хотел, не всегда люди подходят тембрально, и получается такой дисбаланс звука, а это некрасиво. Это нельзя. Да, нельзя. И вот мы начали работать и сделали проект ко Дню Святого Николая. Он назывался «Чудеса любви». Это первый был. Это первый, угу. да. Это, ну, как бы мы представили наш дуэт целым концертом. У нас есть отрывок из видео с концерта. Давайте посмотрим, давайте послушаем. Посмотрим. Пожалуйста. Заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер. Это наш с тобой секрет. Наш с тобой секрет. Очень, и музыка красивая, вокал красивый, и танцевальная группа у вас красивая. Кто вам помогал? Концерт режиссировал Артем Александрович Свистун. Да, он создал свой театр «Стук», и мы его попросили прорежиссировать наш концерт, и он согласился с удовольствием. И хореография тоже? Хореография, да. Мы приглашали шоу-балет «Феерия». Он посоветовал нам. И они ставили номера, ну, в общем, подбивали полностью концерт.
сегодня, а вот концертная программа, которую вы заявляете и на День Святого Валентина, и на 8 марта, знаю, что будете выступать, у вас состоявшаяся уже программа или каждый раз какие-то новинки вы предлагаете зрителю? Ну, программа, она состоявшаяся, но мы вносим коррективы, мы меняем песни некоторые, чтобы, ну, подходили под праздник, и исполняем их, учим. Сегодня, в принципе, вот дуэтная форма состоялась уже. Как долго мы будем лицезреть этот проект? Насытились ли вы уже? Что-то, может быть, новенькое? Ну, вы знаете, я не знаю, как долго, это только Господь Бог может знать. Но это длительный проект. Длительный, конечно, это длительный проект, мы его создавали. И сейчас планируем сделать классические произведения. Тоже создать концерт классический. Ну, вы понимаете, что очень тяжело сейчас простому артисту, это надо искать спонсоров, чтобы провести мероприятие, концерт. Зал, да, аренду зала, да. Все это, аранжировки, вокал, записи, это все стоит очень больших денег, и поэтому... Но сегодня вы уже состоялись в качестве дуэта. Вот мне интересно, такие пробы классических произведений, насколько сложно вот исполнение и насколько долго вы срабатывались именно в этом? Потому что вы зазвучали, оно состоялось на сцене, даже вот видеосъемка, это все передается, конечно же, эмоционально. Вы знаете, я сомневался, да? Брать, не брать? Брать или не брать вот «Портирок», классическое произведение. А Екатерина настояла, говорит, как не брать? Обязательно брать надо. Мы им откроем концерт. И так и получилось. И, вы знаете, и она, видите, попала в точку. Женщину все-таки слушать надо, да? Прислушиваться. Прислушиваться, правда. И будут ли дальше вот такие вот формы еще? Какие-то интересные произведения вы именно классического плана будете? Да, мы учим сейчас произведения... Разные, классические и эстрадного плана хиты, можно так сказать. И в дальнейшем, если у нас будет возможность, то мы, конечно, будем проводить концерты дуэтного плана и будем радовать наших николаевцев. Как вы чувствуете николаевского зрителя вокального вот такого направления вообще? Потому что у нас есть филармония, у нас есть областной дворец культуры, у нас есть очень значимые вокальные фольклорные коллективы, вы принимаете в них участие, принимали в студенческие, да. Мы помним это все. Вот как вы чувствуете, насколько юг поет у нас, спетый у нас юг? Потому что многие говорят о том, что есть традиции вокальные в разных регионах, Украины, где-то больше, где-то меньше. Как вы оцениваете наш край? Ну, как оцениваю? Я очень много поездил по областям и смотрел, и везде люди поют. Даже те мои однокурсники с университета, они приезжают к себе домой, то есть и в Радьевка, и в Вознесенск. Там, в область. Да, и организуют себе какие-то коллективы, занимаются, подготавливают людей, и мне очень приятно на это смотреть, я очень люблю, когда творчество преобладает над будничностью нашей, да. Это очень интересно. Это очень интересно, это очень важно, особенно в наше время. Денис, у нас остается очень мало времени эфирного. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, где вот в ближайшее будущее мы сможем увидеть дуэт, дуэтные работы, может быть, опять-таки традиционные концерты какие-то, в которых вы планируете принимать участие, потому что весна идет и лето много. Ну, вы знаете, я не знаю даже, мы еще так не планировали на будущее, но если появятся какие-то у нас наметки, мы обязательно вас об этом известим. Договорились. Спасибо большое, мы желаем вам удачи. Я вот хочу подарить диск наш дуэтный с Екатериной, называется «Чудеса любви». Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, вы знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Не мы придумали эту фразу. И тем не менее, пусть действительно дуэт ваш будет звездным, пусть удача сопровождает ваше творчество. И вот это желание, знаете, творить,
покорять мир своей песней и заявлять все самое лучшее, что есть в душе, именно в наше время. Это очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого. Любіть це життя, цінуйте його та прикрашайте своїми талантами. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».